Блиск, твои проблемы меня не касаются. Доставишь ковчег, как сказано в контракте. Тебе перечислят деньги в АМС. Держи деньги наготове. Притащу тебе твой бесценный груз, безделье хренов. Эй, Титан, ты откроешься и дашь мне то, что я хочу. Голосовая команда не распознана. Дайте, я просто выдерну его оттуда. Нельзя рисковать. Ковчег нестабилен. Послушай, герой, у тебя есть кое-что мое, и я хочу это вернуть. Давай, скажи своему Титану, чтобы открылся. Открылся? В чувствах признался? Что, пытаешься геройствовать? У меня контракт на кругленькую сумму, дружок. Скажи Титану, если не откроется, буду стрелять тебе в голову. Пилот в опасности. Зрительная система ограничена. Невозможно установить визуальный контакт с пилотом. Поднимите его. Поднимите его. Теперь видишь? Тут он, тут, вот. Да? Теперь видишь? Функции нарушены из-за тяжелого повреждения. Меня не колышет, что у тебя там нарушено. Я знаю, там, внутри, кое-что точно еще работает. Теперь открывайся, а не то я твоему пилоту в башку больну. Считать, небось, еще не разучился? Считаю до трех. Раз. Два. Три. Да, нетрудно было, правда? Главная беда командной работы — если вместе не побеждаете, то вместе и умираете. Береги! Слушай его! Хорошая попытка. Спокойной ночи. Эй! У нас иди отсюда, ковчег! У нас мало времени! Задание. Но вы можете. Возьмите все комплект. Это ваш самый верный шанс выжить. Как слышно? Прием!
Мономос в километре севернее от тебя. У нас только одна попытка переломить бой, и сейчас тебе варить. Лот движется к искажающему орудию. Мы на подходе. Это не конец. Двигайся дальше. ПВО вокруг искажающего орудия слишком мощное. Не удается создать плацдарм, и у нас кончаются варианты. Рад, что ты вернулся целёхонький, BT. Более 25 тысяч деталей. BT-7274 на связи и готов к бою. Пора завершить нашу миссию. Я бросаю на МС все, что есть, но этого не хватит, чтобы вывести из строя искажающее орудие. Заберите в его комнату управление. Вампир Бри, всем боевым станциям. Нужно ближние огневая поддержка для Купера и Бити. Прикройте их любой ценой. Вас понял. Выполняю. Купер, забирайте на пол, мы прикроем. Вперед! Ядро смартфон готово. Бегу за целями. Открываю огонь на опасной дамете. Вижу! Открываю огонь на опасной дальности! Меняй ядро смарт-гана.
дальнейшую сводку. Живо! Это капитан Ландекер с Раттледжа. Стоктон попал под залп. Снижается! Командир Брикс, это Гейтс, Т-4. Мы опоздали на праздник. Вы вовремя, Гейтс. Сколько горючего у вас осталось на Мальте? Еще много. Не волнуйся, Кук. Мы прикроем. Системы прицеливания работают. По нам стреляют. Веду огонь. Цель захвачена, веду. Будет не скучно. Любой ценой предотвратить залп искажающего орудия, иначе погибнет планета Гармония. Атакую пехоту противника. Сотрудникам АМС. Это генерал Мардер. Наемники доставили ковчег. Приготовьте искажающее орудие. Активация систем питания искажающего орудия. Питание на маяки наведения. Задать место. Планета ополчения Гармония. Инициация систем нацеливания. Гармония. Координаты 264,588 заданы. Режим пилотирования.
Ты получил свои деньги, Бриск, а теперь ступай. Теперь очередь моей армии. Вовремя зачесали. А, что, пытаешься геройствовать? Он твой. Забирай, что останется. От него едва ли что-то останется. А этим я займусь из атак. Купер, знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя? Кучу легких денег. Инжектор ковчега загружен. Выходим и добавим. Ядро Сморгана готово. Примите. Пидорас, хочешь, чтобы я отрабатывала свои деньги, да? От ядра лазера не сбежишь, Сара. Должна сказать, это было куда увлекательнее, чем я ожидала. Взять его. Процедура пусковой подготовки искажающего орудия прошла этап 2. Координаты газа. Система прибор. Целевая планета. Гармония. Нападай! Титан врага уничтожен. Хорошо. Готово продолжить. Ядро сморжа. Что ты за заноза в заднице? Посмотрим, как ты справишься с этим. Искажающие орудия переходят на этап 3. Вычисление вживляющей проекции. Ядро Сморгана выключено. Искажающие орудия переходят на этап 4. Импульс кольца 97%. Ну нет, так просто не смоешься. Прости, приятель, не тебе конец. Ожидаемые энергии обратной волны достигает летального порога. Всем сотрудникам немедленно покинуть. Разрушение электрика. Меня не убьет какое-то недоразумение. Нет! Супер! Извлеки оттуда ковчег до запуска. Скорее! Пусковая подготовка искажающего орудия завершена. Выгружается ковчег. Купер, эта волна перегрузила мои ключевые внутренние системы. Внутренние системы. Попытка восстановления зрительной системы. Зрительная система восстановлена. Согласно моему мама, единственный вариант. Внимание! Обнаружен титан врага. Врага. Повезло тебе, герой. Убивать тебя не буду. За спасибо не работаю. Но и тебе меня убить не удастся. На, заслужил, да? Близко. Титан класса «Авангард» все еще здесь. Мне плевать, Мардер. Надо было это особо обговорить. Меня другие богатые клиенты ждут. Что ты делаешь? Вы что вообще делаете? Согласно моему анализу, единственный вариант здесь бросок. Я переброшу вас туда. Единственный вариант. Здесь бросок. Большая, пожалуйста, требуется ваша поддержка. Система автонавигации. Отведите меня в узел инжектора. Надо сделать это вместе. Вам надо придумать, как уничтожить искажающее орудие изнутри. Другого выхода нет. Командир Бриллекс, у меня есть план. В открытом состоянии мое ядро реактора сможет дестабилизировать ковчег в центре искажающего орудия. Что ты говоришь? Мы можем отправить его. Отправляю координаты в сбор десанта на корабли. Координаты получены. Мы там будем, но не понимаю, как ты справишься. Доверь, Брис, я понял расчеты. Да уж, на
Удачи обоим. Бриг, за тобой. Не волнуйся, Бити, я не собирался. Понял, Белон. Директива номер 3. Защищать пилота. Что ты делаешь? Доверьтесь мне. Бити! Сигнал Бити. Ведь немного осталось. Опер, отмечаю координаты у тебя на дисплее. Возможно, точка эвакуации будет в воздухе. К поверхности нам никак. Если уж я залечу через этот дерьмоворот, будь добр, сынок, не опаздывай. Пилот, вперед! Отслеживаю тебя. Двигайся. Пилот Купер. Многие люди обязаны вам жизнью. Вам с Бити. Вам с Бити. Баркер, летим на гармонию. Домой. Будет сделано. Девятый флот. Это командование гармонии. Добро пожаловать домой. Разрушение Тифона спасло планету Гармония. Для ополчения это планета-штаб. Но еще для миллионов людей это дом. Командир Брикс говорит, что меня примут в мародеры и снабдят новым титаном после очистки нейронных привязок к Бити. Не знаю, что при этом чувствуешь, когда тебе назначают нового титана. Мне старый нравится. Это был пилот Джек Купер. Отключаюсь.